Балдушка! Опять болтает по телефону. Я думала, ты ролики опять смотришь. Не смотри ролики, а то не буду стоять. Так, ты помнишь условия, при котором у тебя остается ноутбук? Займись. С папой по поводу этих... По поводу... Ну-ка еще раз. С папой по поводу крючков я поговорила. Осталось выбрать крючки. Компьютере? Нет? Я ему еще не говорила. По поводу вот этого. Вот этого не надо. Компьютер другой. Какой? Клавиатура. Да, со мной не забудешь. Бардак. Сейчас. Пройти дайте. Я, между прочим, про тебя иду разговаривать. Протискивайся, ты ж не толстая. А Катя занимается с Мишей. Никто не должен. А папа занимается Катей. Всей Катиным компьютером. А что ты говоришь, камера? В чем проблема-то? У меня же есть камера. У тебя есть, у меня там нет. М? Нет, наверное, нет. Ну, возьмет. Возьмет, вернет. Что это? А это чем? Ну, да, для занятия. Думаешь? А что за работа? Что за это? Среда программирования для Python. Mm-hmm. Ну, да, учительница на ней начинала, и так удобно. Юпитер ее не... А что, они в 10-м Python учат, да? Наверное, будет. Либо учительница продвинутая. Не, учительница хорошая. Решила учить тому, что полезно. Наверное. Что, ты там ставишь что-то, да? Качаю. Чё ты в темноте сидишь? У меня 50 вставляет, она выросла. Покажи, покажи зрителям. Лиза себе сделала украшение. Заколку сделать я еще не сделала. Ей надо глаза, нет? А чё ее покосило так? Ее надо нагреть в горячей воде и прижать. Почему? Ну, чтобы она выровнялась. Ты хочешь? Допустим. Ну, попробуй. Можешь папу спросить, он тогда точно скажет, чем можно накрыть. А-а-а. На. Чего там полное? А? Ты что сказал? Где полная кружка? Когда будет кушать на клавиатуре, то клавиатура долго не проживет. А, я думала, вы чай наливаете. Я полную кружку услышала. Папа, может, ты чай сделаешь? Тебе не стыдно? Может, ты чай сделаешь? Я сейчас занята. Распрямись. Миша, ты куда полез? Что это? Киса, вернись на место. Котик. Ты там ничего не перепутал? Что? Иди за стол заниматься. Короче, я всем делаю чай. Кто? Ура! Я буду. Спасибо. Миша будет. Я хочу. Да. Миша тоже. А я всем оладушки сделаю. Как вам идея? Я еще думала, что сейчас все захотят. Конечно. Тут даже Ника приписался. Только это. А, ну ладно, делай. Потом, потом освободишь мне плитку. Для ладушек. Смотри. Это Дима. Я не знаю, кто Дима, конечно. И Тима. Помоги Диме Мишки найти на животных, на название которого начинается со звука «ди». А Тиме со звука «ти». Не со звука, а с, со слога. А тут написано «со звука». Да? Да, я читаю. Ага. Где тут животные, которые с Т начинаются? Тушканчик. Нету здесь тушканчиков. А кто там есть? Панда. Но она не с Т начинается. Тигренок, да. Тигренок. А, теленок. Ну, тигренок тоже. Питочек. Питочек. Тигренок, Миша. А с Ди динозаврик. Динозавр.
всех семейка ищет. Давай, Лиза, помогай. Мишка, не повторяй. Вот, это не с Д и не с Т, Лиза. Лиза, ты там убрала со стола? Я же сейчас папе нажалуюсь. Я вам делаю чай. Делай. А я пошла папе жаловаться. Мама. Я тебя предупреждала заранее. Поставила греться, поставила кружки и бегом убирать. Мишка, это животное? Так, вот вечер. Жарим ужин. Это мяско. Вот такое замаринованное в кляре. Получается вот так вот вкусно. Красиво и золотисто. Сейчас пожарим мяско. Еще у меня целый тазик. Ну, я тазик не буду делать, половинку только. Снова оладушки. Потому что кто-то хочет мясо, кто-то хочет оладушки. А пока мама жарит, в ожидании мяса и оладушек, Лиза с Мишей режутся в Майнкрафт. Кстати, собаки эти? Миша, делай себе дом, чтобы потом можно было включить выживание и... А эти как выглядят, Лиза на стенке. Я буду собачки. А что делает Катя? Сейчас быстренько загляну. А Кати нету. А Катя что, на качелях? А мама уже без глаз. Ну ладно. Ладно, пойдемте жарить. Наше дело самое скучное. Стой и жди. А потом отмывай всю плиту. Я не знаю, как у вас, но у меня всегда все в жиру. Брызгается во время жарки. Поэтому все равно придется отмывать. Потому что ты любишь такие. Смотрите, у меня сердечко получилось. Ты оценишь. Больше никто не оценит, ты только оценишь такое. Ты оторвалась, давай поешь. Давай. Давай. Этот кусок пока не готов. Я продолжаю. Это моя тарелка. А, ну ладно. А можно мне подождать? Можно. Все уже едят. И только это. И только я продолжаю еще жарить. У меня еще чуть-чуть осталось. Примерно треть. А Мишка оладьи ждет. Все разбрелись по комнатам, покушали. Моя еда стоит там до сих пор на столе. Я дожариваю оладьи. Зато собрала Мишке оладьи в сад. Может быть, в саду он хотя бы оладьи будет есть, потому что он их очень любит. Он прямо тарелку оладьев умял, за ушами трещал. Сейчас покажу он оладушки, которые у меня уже готовы. На самом деле, последняя порция, все. Уже... Мишка поел, я собрала оладьи, это на утро. Больше никто не хочет, все наелись мясом. Сейчас оладушки убираем. И нужно еще остудить плиту и помыть ее. Потому что бардак знатный образовался. Все забрызгано. Плиту да чайник отмыть. Вот. И все, и можно отдыхать. Карточки специй я так и не сделала. Но, наверное, сильно много я хотела за день. Еще я не смонтировала влог на завтра. Поэтому будем делать это завтра. После того, как Мишу в сад отведу. Потом приеду быстренько влог смонтирую. Потом поеду с мамой к зубному. У нее протез износился. Будем решать, ну, короче, его надо заказывать. Соответственно, надо ехать на прием и так далее. У меня завтра к зубному с мамой. Послезавтра я записана зуб чинить. Прям поход за походом. Света, как обычно, лохматая перед сном. Глаза уже потерла, да, видно. По черным кругам. Наталья написала мне. Фотки я показывала. Наталья мне написала, что надо было еще и Сашину маму сделать. Типа, ей было бы приятно. Если что, она просто не попала в видео. Вот она, фотка есть у нас со второй бабушкой. Конечно, мы обеих бабушек сделали в садик. Вообще сделали 6 фоток. Вот я с Катей, бабушки 2 фотки. Потом Лиза с Мишей, Лиза с мамой. И Миша с папой. Так что все есть, не переживайте. Мы вторую бабушку не обидели, мы ее тоже напечатали. Она тоже пойдет жить в садике. Ну, в смысле, в виде фотографий. Ой, я не могу, ребята. Я с очередная мадам написала под видео с матами. Вот есть такие личности, меня они, честно говоря, бесят. Им надо прикопаться и кого-то учить. Терпеть не могу, ребята, это называется выскочки. Жалко, что она, скорее всего, влоги не смотрит, скорее всего, она это не увидит. А вот, ну, это реально выскочки. Ой, фи,
у вас морковка в фарше. Вообще-то там тыква. Это не новый вид лепки. Все так лепят. Нет, для меня новый. Я же написала. Пробую лепить по-новому. Блин, у кого-то проблемы с пониманием текста. Я пробую по-новому. Для меня по-новому. Почему взрослому человеку надо по слогам разжевывать, что ты хочешь сказать? Это капец, короче. Потом что же еще пишет? Может, вас готовить научить? Я написала, нет. Человека, который морковку от тыквы не отличает, я учиться не хочу. Ну вот я вам как повар написала, у вас тесто толстое. Блин, товарищи, отвиньте от моего теста. Нам нравится так. Самое интересное, я понимаю, что под каждым видеороликом, какой бы он ни был, и что бы там ни было снято, будут писать всякую хрень. А больше всего меня удивляет. Приходит какая-нибудь такая фифа, пишет мне какую-нибудь хрень, а потом говорит, а что это вы так на меня плохо реагируете? Что это вам не нравится? Нет, ты приперлась ко мне на канал, ты пишешь мне фигню, и что ты ждешь, что я тебе буду что-то объяснять и облизывать тебя? Особенно вечером, когда я уставшая. Мне тоже надо куда-то негативные эмоции девать, не только вам. Вы в комментариях выплескиваете, а я это в ответ таким вот не очень хорошим комментатором. Да, я резкая. Да, я могу резко достаточно ответить. Ну, что поделаешь. Как говорится, пишите всякие гадости и ожидайте в ответ тоже гадости. Я не собираюсь никого облизывать. Вот. Это вообще... Бесят меня такие люди. Ладно, спать пора. Уснул бычок. Только Света все не спит. Завтра надо много сделать. Завтра надо доделать карточки с приправами. Обязательно. И сводить маму к зубному. Поэтому отправляемся спать. Всем спокойной ночи. Всем спасибо за просмотр. И пусть к вам не заглядывают хейтеры. Ой, Лизка там уже спать легла. Поэтому выключаюсь здесь. Там темнота, все равно мне видно не будет. Всем до завтра.